Помни их, будь победе достоин. Нелегко нам победа далась. Шел к ней долго прославленный воин, защищая советскую власть. Со слезами на глазах ветераны и участники Великой Отечественной войны благодарят всех тех, кто не забывает их подвига и чтит память тех, кто не вернулся из боя. Мы рады, что вот стоим перед вами, дожили до этого великого дня. Видим вас здесь, особенно молодежь, наших жителей, которые рады этой победе. В честь 70-летнего юбилея победы в Самаре появилась Рябиновая аллея. Хоть Куйбышев и не участвовал в боевых действиях, работа в тылу ценна не меньше, и нашим гражданам есть чем гордиться. 5000 работников народного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности было награждено орденами и медалями. Более 240 тысяч наших сограждан были отмечены также государственными наградами. Сравнительно недавно, с точки зрения истории, наш город был награжден двумя самыми, наверное, замечательными наградами государственными. Орденом Ленина в 1982 году и орденом Октябрьской революции в 1986 году. Эти награды в советское время очень сложно было заслужить, и давались они только за выдающиеся успехи в развитии народного хозяйства. Аллеи Победы стали уже доброй традицией. Недавно на улице Гагарина посадили березы, каждая из которых была посвящена одному из героев Советского Союза. На Огибалово высадили рябины. Дерево олицетворяет защиту. 70 лет назад наши воины защитили нашу родину. На солнечной парочке. Поэтому лично для меня, вот когда я сажал, я вот мысленно обращался к памяти своих дедов, которые так случилось, оба начали войну именно 22 июня 1941 года. 70 белых воздушных шаров в небо в завершении торжественного митинга – символ свободы нашего народа. Свобода от фашизма, свободы от войны. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.